Вот так. Вода накапливается около дома. Ну вот, брат Владимир черпает и выносит. Она опять тает и опять полно. Вот. Это сарай. Сарай стоит. Почему? Когда кто здесь был, и они тут даже асфальт постелили, это видно же было, что она ниже. Ну и их нет здесь. Спрашивать не с кого. Видишь как? И там у ворот та же история. За ворота не выходит. Там пропиливать надо, как в других местах делают. Он. И из дома выходит маленький канальщик такой. Вот, пожалуйста. Сегодня какое? 29-е? Не помню. Не знаешь. Вот. Видишь, куда? На снег. Вот придумал же такое. А там сюда уже никак, там ниже. О! Там какая-то машина подъехала вон к нам. Нет. Разворачивается вроде бы. Да? Да, да. Сразу смоталась. Испугалась, что снимаем. Вот все. Это были шпалы. Мы взяли. Они нам сгодятся. Ну, конечно, БУ. Бывшего потребления. Тут просто два варианта. Или лед долбить, или воду таскать. Но я пока таскаю. Ну, ладно. Долбить, это значит основание опять раздолбите. Видишь как? В деревне люди живут там больше работают, а здесь только вот так. Это мы уже в частном доме тут. А это вот крыльцо. С утра я 21 ведро уже вычерпал. Ничего себе. Да ну вот они это, по 15 литров. Вот 21 ведро на 15 получается. Вот так. Про этот тазик-то и на этой, как она вморозилась, колесиками-то. Ну да, ванна. Вот так. Вот это вот крыльцо, я на нем топчусь 3 раза в день. Вот дойду до сюда, до конца. Ну это 8,5 метров. Туда, туда и обратно, это 1. Опять туда и обратно, 2. Ну считай, мне приходится 10 шагов делать здесь. То есть 20. Ну я в день набираю, вот сегодня набрал 300 поворотов. Умножить на 300. Это 6 километров я тут прошел. 6. Для колен моих это как раз. Вон голубок бегает, это мой. Вон он где. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Вода его боится по воде. Иди скорее. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Он не знает, где я тут кричу. Надо выйти, чтобы видно было. Гуленька, гуля, 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 гуля. Иди скорее. Иди скорее. Гуля, 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 гуля. Давай скорее. Ну. Гуля, 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 гуля. Скорее. Гуля, гуля, смотри. Ну-ка, пшеничка, семечки. Иди сюда. Вон она как по воде идет. Я ее не вижу, где она. О, пошла куда-то. Зря тут бросил. Вот так уж это еще сказать тут. Вот тут я и столкнулся. Утром рано еще в потемках, и вечером в потемках, и днем. По 100 поворотов. Вот сюда дошел, видишь, там мороженое даже эти вот.
Ну ладно, пойду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А что это так, это не видать? Три. А, вон так. Вон оно что. Как раз попали под съемку. Надежда Васильевна, галоши у нее новенькие. Ну ты, брат ты мой, пошла бабка писать. А все, в дом офицеров ходила когда-то. Эх, где мои 16 лет? Вот так, ты там не грохнись, а то кран надо нанимать будет, поднимать. Нам не поправиться. Вот брат Владимир старается. Берут-то дырявые, а дырявые течет с него. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то была и ушла куда-то. Куда же она могла уйти? Здесь нет никого. Значит, домой. Ушла домой. Все, зашел.